У каждого, кто в нашем хобби, наступает момент, когда нужно ремонтировать свои ведра. Сегодня будет достаточно много разных пациентов. Ну так, все по мелочам. Начнем с данного форда. Странно, я написал, что у меня не работает здесь сервопривод, но сервопривод пашет, будь здоров. Вот, все, да. Там, по-моему, с качалкой проблема, точно. Вот, но не работает газ. Где-то вклинила коробка, либо мосты. Сейчас вскроем. Так, соответственно, отсоединил два моста. И, как видим, коробка в порядке. Вот. Остается понять, какой из этих мостов плохо работает. И его нужно раскрутить. Где-то что-то вклинило. Итак, подсоединяю передний мост. Пробую только с передним мостом. Ага. Передний есть контакт. Теперь надо пин вставить в задний мост. А тут надо... А, вот все, нашел. И, соответственно, сейчас вставляем пин во второй мост. И я тоже думаю, он нормально раскрутится. Так, пробуем. Опаньки. А вот и нет. Сейчас, секунду. Двигатель вылетел. Можно, на самом деле, его уже закрыть. Там я ничего с ним больше делать не буду. Чтоб нормально держался. И пробуем. Да, видите, проблема в заднем мосту. Так что здесь мы сейчас закрываем. Для этого я сейчас сниму кардан, откручу пару тяг, чтобы вручную его просто прокрутить, не разбирая. И теперь возьмем 2-миллиметровую отверточку. А, нет, не проходит. Теперь руками его просто прокрутим и все. Достаточно туго. Наверное, даже требует переборки. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Слушайте, ну тут прям полная жесть. Вы смотрите, туда попала грязь, песок и прочее. Причем, наверное, прямо через крышку, потому что вряд ли бы вошло. Ну да, через порталы не зайдет точно. Через крышку, обалдеть. Такого я еще в ТРХ не видел ни разу. Смотрите. Это жесть, прям жесть. А? Обалдеть. Ну что, разбираем все полностью, зачищаем, смотрим вообще, насколько хороша сейчас шестеренка. Не сточилась ли она здесь. Так, вот как это выглядит. Да, в принципе, сейчас все отмоется и все нормально будет. А почему все вклинило? Потому что вот эта шестеренка, она пристыла к подшипнику и просто не проворачивается. Ну, соответственно, выбить сейчас пока не могу. Сейчас буду выбивать в тисках. И из-за этого плохо вращается. Все. А так, вроде шестерни все вполне себе нормальные еще. Сейчас все отмоем. И посмотрим. Итак, два подшипника пришли в негодность, поэтому мне нужно нужно два подшипника таких. Вот, по-моему, один из них вот такой. Отлично. Первый есть, а второй мелкий. По-моему, где-то вот здесь. Во. Все, четко. Все есть. Всегда держите подшипники, друзья, под рукой. Эта штука такая тоже разваливается. Так, шестерни подотмылся, все в порядке, зубцы огроменные еще, и подшипники здесь тоже работают, которые вот внутренние. А подшипники развалились только те, которые вот на эту мелкую шестерню, вот здесь, где заходила, там, соответственно, вода много попадала воды, и все вклинило. Поэтому нам остается только под что новый поставить.
шестереночку поставить и подшипник с этой стороны тоже новенький поставить. Все, ставить вот так вот и добавим смазочки. Как обычно, Castrol LMX. В общем, можно вообще там много разных использовать смазок для шестеренок какой-нибудь. У меня просто он уже давным-давно лежит. Им постоянно и пользуюсь. И понапихаем, так сказать, сейчас. О, хорошо. Хорошо пошло. Ну, а дальше берем герметик. Можно для стекол какой-нибудь. И по периметру вот здесь промазываем, чтобы туда ничего не попадало. И закрываем все это дело потом уже крышкой. Нравится мне конструкция TRX, все доступно, но вот сервопривод, качалку снять с него проблематично, потому что нельзя прямо под прямым углом туда пролезть. Итак, ну что я вижу, кончились зубцы на качалке. Ну да, как видим, из-за этого сервопривод у нас тупит. Сейчас поменяем. Поставим вот такую вот алюминиевую. Все проверим. Все, вправо, вправо, влево, влево, все правильно. Ой, как шумит. Но все работает. Все мосты вращаются. Отлично. Фордец дальше готов гряземесить. Дальше вот такая вот крутая шасси. Это эндуро. Как видите, у нас сзади мост. Да, а спереди независимая подвеска. Да, это Toyota Tundra, по-моему. Короче, блин, пропал один ход. Ну, либо вперед, либо назад можно ехать, и все. Ну, по идее, дело в моторе, регулировки никакие не помогают. Регуль, ну, тоже может быть. Попробуем сначала заменить мотор. Сказал про мотор, а решил все-таки начать с регуля, чтобы не разбирать все это дело. И смотрите, друзья. И туда, и сюда. Очень интересно, интересно получается. Значит, проблема в регуляторе. Почему на регуле пропал ход в одну сторону, честно говоря, непонятно. Давайте-ка попробуем еще раз его подключить. Так, второй канал. Все правильно. Тут без разницы пока, какой куда провод. Может быть, пропал этот настройки регуля. Нет, только в одну сторону. Но перемычка у нас, по-моему, здесь отвечает за гидрит, не гидрит. Липогидрит. Да, не более того. Да. Вот так вот. Попробуем калибрануть. Зажал полный газ. Тормоз. Ну, давайте попробуем с тормозом. Зажал полный тормоз. Полный газ. Не, мне кажется, так не калибруется. Ну, давайте через нейтраль. Последний вариант. Газ. Нейтраль. А, он сразу сюда. Короче, штатной калибровки никакой не поддается. Остается у него только один ход. Поэтому что, меняем регуль и все. Другого выхода я пока не вижу. Так, проверка зверя дорог. Вперед, назад, все. Мотор, конечно, издает не очень звуки, поэтому долго в грязи он еще вряд ли проработает.
Но для лайтовых покатушек его точно хватит. Все, гуд. Зверюга готов. Вот сколько на нем ездил, ни разу еще не требовал от меня никаких вложений. Прикольная тачка. Хотя, честно говоря, ездил он мало. У меня в основном это только выезд какой-нибудь сравнительный тест, и все, дальше опять на полку на полгода. Дальше одна из моих любимых едущих тачек – это «Газель 4х4», ну или «Соболь 4х4», кому как больше нравится. Итак, отказал мотор, будем менять. Для начала проверка. А то вдруг ошибаюсь. Понял, не включено. Контакт есть, руль есть. А вот газа нету. Попробуем подтримировать. Толка нету. Так, во-первых, видим, в каком состоянии пиньон, то плюс вот этот фиксирующий винт не откручивается. Все, начинает это слизываться головка. Поставим вот такой вот пиньон. Ну, в принципе, практически тот же самый, мне кажется, зубцов только поменьше. Вот, и моторчик подставим аксиаловский также на 35 витков. 35 здесь было, и 35 витков. Середнячок, короче, поставим сюда такой же. Так, почти закрутил, остается чуть-чуть поправить пиньон. Сместим его в эту сторону. Подзатянем. И так как здесь неудобно, с той стороны не видно, чтобы выставить зазор, мы, как обычно, возьмем бумажку. Прокладываем бумажку и дальше уже прижимаем и затягиваем. И зазор будет выставлен. Вот таким вот образом. Все, затянули, провернули. Все четко. Хотели гармошку? Пожалуйста, получайте. Вот, но... Можно, может, потолще даже. Ну, в принципе, я думаю, сойдет. А, блин, тут все равно гуляет. Люфты везде есть. Так, ну что, все, здесь готово. Теперь дадим питание. И нам нужно выставить, в какую сторону будет вращаться. Если, соответственно, не в ту сторону будет ездить, мы просто местами меняем два провода. Так. Есть контакт. Смотрим. О, с первого раза. Все четко. Так, значит, у нас красный с красным получилось и черный с черным. Вообще, честно говоря, это беспроблемная шасси. Электроника здесь стоит спектрумовская, 2 в 1, которая фирма на 40 ампер. Работает до сих пор. Любые грязимесы, любые вода, все, короче, пофиг. И мосты Йота 2, тоже безотказная штука. Прям вообще прет. Ну вот коллекторный мотор, сами знаете, это расходник, это единственное, что ломается на данном автомобиле. Далее зверь всех дорог, микроавтобус 4х4, это Chevrolet G20, как-то так называется. Вот, короче, мотор приехал, коллекторный мотор, как говорю, опять расходник. Давайте вспомним, что у нас за шасси здесь. Секунду, на липучке спереди. Ага. Все, убираем. О, это у нас RGT. RGT 86 110, мне кажется. Это не самая первая дешевая версия, а уже другая версия. Но замененная электроника там была глючная. То есть мотор стоковый, сервопривод, как я вижу, стоковый, наверное, да, RGT. А вот регуль я здесь менял уже. И аппаратуру поставил нормальную для управления. Ну что, давайте менять. А, стоковый мотор, кстати, вот он и приехал наконец-таки. Не, аппаратуру, как видите, не поменял. Она здесь многоканальная. Не помню, насколько приемник. Итак, значит, что с мотором? Ой, затыкайте уши. И, соответственно, тачка едет вот такими рывками. Ой, просто вообще. Вот это звук, вот это да. Ну, 100% мотор под замену нахлебался грязи, как говорится, уже. Как изначально здесь стоит движок на 17 витков, поставим сюда траксовский на 21 виток. Старый. Откуда-то снял я его, не помню, где-то на БК-систему, видимо, менял. В общем, поработает еще здесь.
что конструкция у RGT вполне неплохая в плане замены мотора. То есть меняется реально быстро. Два винтика открутили, даже три. И все, замена. Так что минивэн, как он, блин, называется, G20, как-то забыл. Вот, так что в минусе у нас еще один мотор. Плюс пока я искал мотор сюда под замену, нашел вот такой вот еще HPI-евский на 15 витков, и оказалось, он у меня не работает, валяется. Короче, три мотора уже минус. Опаньки, в помоечку. Следующий пациент, любимец публики, Dodge Charger. Хо-хо. Поставил V8 сюда, и все, сорвало нафиг кардан. Полностью, в клочья, МСТ-шный кардан. Вообще впервые такой видел, видите, даже помыл тачку, просушил, закинул ее на полку, и все, она вся здесь еще в траве. Травища было много, и кардан не выдержал. Да, поэтому, ну, у меня где-то сейчас, по-моему, были оригинальные карданы МСТ-шные, поэтому сюда, надеюсь, такой же и поставлю. Ну и что, сейчас замену какую-нибудь подберем. Ну, мотор вроде здесь ездит. Ну, сейчас запустим, посмотрим. Колеса крутые, а лишние, но крутые. Вау! Все, работает полностью. Но, как видим, передка нету. Только зад. Все правильно. Ну, это же Dodge Charger. Так и должно быть. Он же не полноприводный. Да? Так, вот он кардан, который свернулся. Кстати говоря, это вот, нет. А это что такое тогда? Еще одна часть, что ли? Вроде больше нигде не сворачивал. Но очень похоже на МСТ-шную. Ладно, мне нужно найти такую часть. Такую часть, походу, у меня такой части-то и нету. Поэтому всех кардан, вот, есть. Они в запчастях иногда бывают такие. Хотя это... Не, не ТРХ-овская. Это вот ТРХ-овский кардан. Все правильно. Это тоже, наверное, ТРХ-овский, да. Вот это похоже. Сейчас пильну под нужный размер и поставим. Ну, давайте проверим. Вот он штатный, который был. Да, все правильно. И... Ой, отлично. Так, а его здесь вот разнесло еще. Смотрите, вот эту часть полностью вынесло, поэтому... Сейчас целую заменим. Тут прям коротыш стоял. Есть подозрение, что вот это будет слишком большая часть. А, что подозрение-то есть? Не, стоп. Как она устроена-то здесь? А, это была литая. Все, я понял, блин. Другое строение-то карданов. Вот, эта штука вот здесь была. Вот таким вот образом. Вот, ее здесь и свернуло. Все, я понял, вот. Вот так она стояла, и ее вот так вот вынесла. Блин, вот такой-то нету, а это все-таки МСТ-ха-то мелкая. Прикиньте, что сюда ставить. Сейчас будем думать, подбирать. Что, как вы поняли, я укоротил два кардана, и тот, и тот. Ничего себе люфтит здесь. Обалдеть, а здесь? Это то же самое. А, это МСТ же. Да, ничего удивительного. Итак, укоротил и немного строение поменял. Так, сейчас проверим. Включаем. Ой, красота. Ну все, Dodge Charger из 2WD превратился в 4WD. Отлично. Значит, все, он полностью готов. А колеса, как вы поняли, я их помою лучше, да, потому что, ну вот одно вообще просто жесть, два точно, все промоем сейчас. Ну что, этот зверюга порадовал, можно сказать, бесплатный ремонт. Итак, следующий очень такой неплохой автомобиль, наверное, недооцененный. Это Ватера GS01F, по-моему, называется, уже забыл. У меня в кузове полиции вот такой вот красил. Но впервые сломалось и полетели карданы, что на удивление, это вообще.
И вот так вот автомобиль выглядит теперь, смотрите, да? Потому что строение карданов очень плохое у них, и вообще мне не нравится. Во-первых, вы просто так сюда другие карданы не поставите. Видите? То есть та шестеренка, она идет летая вместе вот с этим выходом. И тем самым мы просто с Алишки купить сюда какие-то карданы не можем. Это, конечно, хитро сделано. Вот. Ну и дальше идет строение, то есть очень дурацкое, сейчас покажу. Ну, сейчас, кстати, на отдельном покажу, в принципе. Блин, ну что ты, вот, сфокусировалось. То есть все, оттуда вылетает фиксирующий винтик, и дальше все теряется. Вот. То есть, видите, вот такая вот штука стоит, и это большая проблема. То есть мне строение таких карданов вообще не нравится. Показываю, как он устроен. Это здесь стоит пин, плюс фиксирующий винт вот здесь вот зацепляет этот пин, и это все входит вот сюда, вот в эти отверстия. То есть что-то начинает где-то вылетать, потом вылетает пин, и все. И дальше все разлетается, как вы видели, и дальше никуда не едем. Поэтому, если вы вдруг такие карданы где-то увидели, хотите такие приобрести, не берите никогда их. То есть вот так вот это зацеплено все, видите? Но, скорее всего, пин, наверное, сломался пополам, не знаю, потому что иначе оттуда не могло ничего вылететь. Ну и меня сейчас интересуют вот эти части, которые потерялись, то есть нужно сейчас их вот достать, видите, я нашел. К счастью, у меня есть такие карданы, еще валяются, и должны подойти. То есть два пина, две вот таких вот штуки и пара фиксирующих винтиков, и тогда все должно ехать дальше. Еще один зверюга готов. Как видите, здесь обошлось без затрат из старых запасов. Всегда имейте запасные всякие карданы, а лучше несколько видов, ну, когда у вас несколько тачек. А следующий пациент — это грязный Питербилт, и вы подумали, он 4 на 4 с длинной базой. Нет, друзья мои, он 6 на 6. Просто у него полетела главная пара вот в этом мосту в среднем. Сейчас будем разбираться, смотреть, уже купил туда замену. Итак, тут все должно быть просто. Вот она, новая шестереночка. И вот она, старая, слизанная шестереночка. Сейчас посмотрим еще внутренние шестеренки, что с ними там творится. Там все почистить надо. И уже давай фокусируйся. И уже будем менять. Ну, захрустел он очень хорошо, конечно. И смотрите, как отличаются, да, они. Вот это вот солишки. Там стоит в районе там, 900 рублей. А это, наверное, оригинал. А нет, я менял. Или не менял, а вот и не помню. Центральный мост готов, проблема есть еще одна. Значит, при покатушке помимо центрального моста здесь кардан пополам. Я вообще, у меня просто какой-то месяц карданов был, видимо. Вот, здесь тоже пополам аксиаловский кардан вынесло. Но здесь БК-система стоит, ладно. Значит, эту часть надо просто поменять, и все, ее надо сейчас вытащить оттуда. Но это еще не все, да, только сегодня, только у нас мы получаем сгоревший сервопривод. Сервопривод здесь стоит,
Spectrum S605. Вот. Просто сгорел и все. Это я уже его подразобрал, посмотрел, что там. Вот так он выглядит. Поэтому сервопривод у нас идет под замену. Так вот убираем. Его выкручиваем, соответственно, ставим новый. И все. А, и кардан. Сейчас буду искать. Итак, это вот штатный кардан, который порвало. И, соответственно, части не хватает. А часть-то я нашел. Есть. Но вот эту надо вытащить. Ну, короче, варик. Ну, еще вот это может, конечно, кратковато быть. Сейчас посмотрю. Опа, она заходит. Насколько. Короче, есть запасной, в принципе, вот кардан можно поставить. Вот 100-125 мм металл. То есть то, что мне нужно. Здесь потому что БК-система и должно хорошо работать. Но насколько вот этот вот вылетит, не вылетит, надо сейчас будет мерить. Есть вот такой еще, типа Junfac, но мне кажется, это не он, это китайский, на том все-таки написано. Вот, но этот прям вот на краю будет работать. Прям вот, не знаю. Ну, тоже металл, в принципе, надежно, хотя такое строение мне не нравится. Вот эти фиксирующие колечки, можно так сказать, они бывают вылетают, потом за ними пин, потому что здесь раскручивается фиксирующий винт, хоть на фиксаторе резьбы бывает. Короче, блин, дурацкое строение, не люблю такие. Сейчас буду мерить, примерять, ну, наверное, вот этот поставлю, все-таки такой помаднее солишки. Ну, вот он наш спектрум, даже влагозащита на нем прям нарисована. Я не знаю, почему он сгорел, почему он вышел так из строя. Сейчас не открыть, ладно. Во, давайте посмотрим поближе. Просто задымил. Знаете, я причем он начал дымить в грязи. Не знаю, то ли нагрузка мне понравилась. Не выдержал российского бездорожья. Начал дымить, я подумал, регуль. Вот. Ну как, блин, я быстрее выключать. Ну как бы сервопривод дешевле. Вот, регуль дороже. За что не люблю Spectrum? И за то, что у них качалка на 23 зубца. То есть у них вот эта вот шестереночка верхняя на 23 зубца. То есть она не пойдет. Вот, поставим вот такую вот от RC4VD, которая идет у них на штатная на моделях. Посмотрим. Ну, тоже waterproof, естественно, самого, так сказать, завода. И качалку сюда сейчас какую-нибудь подберем. Ну что, проверочка. Серво работает. Вау, ничего себе, зверюга. Обалдеть. Трес поставил, да, очень резвый, согласен. Просто. И, как видите, один бак полностью разрушился вот здесь, вот так вот. Не знаю даже, чинить нет, это с той стороны. Давайте поправим. Ай-яй-яй-яй. Колеса такие бу-бу-бу. Знаете, почему болтает? Потому что у некоторых вода присутствует. Тяжесть зато сразу. Именно поэтому рвет все карданы в клочья. Ну что, в принципе, готов мыть. А смысла нет, все равно потом будет грязный. Ну что, как видите, очень много тачек попало под ремонт. Просто обалдеть, вы посмотрите, да? Все почему? Да потому что осень, она вообще никого не щадит. Грязь осенняя очень мощная. Это вам не летом по сухому, как говорится, и не зимой по легкому снежку. Вот, грязимес берет свое. Давайте мы с вами как поступим. Смотрите, вы пока ставьте лайки, друзья, и ссылочки внизу под видео я ставлю на первое внедорожники и второе на комплектующие. Сервоприводы, моторы, регули, цена, качество, чтобы вы знали, что купить недорого и то, что работает реально проверенное временем. Так что под видео заходите, смотрите, все ссылки там есть. И давайте не будем ломаться и всегда только гонять. Пока!